Всем доброго дня! Сегодня 2 февраля 2024 года. Я сегодня решила посмотреть свои декабристы, просто как они себя чувствуют после пересадки. Я думаю, что неплохо, посмотрите сами. Это мой старый декабрист, ему уже где-то 8 лет. И я его пересадила, потому что он у меня стал пропадать, сегменты отваливались, засыхали. Ну, в общем-то, сейчас вроде бы все не так уж плохо, но все равно надо ему горшок чуть-чуть побольше. И землю я куплю для кактусов и суккулентов, потому что это у меня земля не подходит. Это для комнатных, просто для комнатных цветов землю я купила. Но я думаю, что для декабристов все-таки подойдет лучше земля для кактусов или суккулентов. И вот еще моя недавняя пересадка. Вот тоже вроде себя чувствует неплохо. Но я пошла на балкон, чтобы проверить свои зимние посадки, так сказать, луковичных. И что я обнаружила, посмотрите сами. Та-дам! У меня луковицы почувствовали весну. И они пошли у меня в рост. И посмотрите, какая земля сухая-сухая. Я не поливала всю зиму. Сейчас у нас где-то 0 градусов плюс 2 стоит уже неделю. Морозы прошли. И я думаю, что я начну поливать. И пускай у меня распустится в квартире. Будет красота. Тут я посадила луковиц гиацинтов и крокусов 30 сентября 2023 года. Ну вот, будем смотреть, что... Какая у меня здесь получится красота. Крокусы, кстати, не проснулись. Это гиацинты проснулись. Крокусы у меня посерединке я посадила. Ну, вот такие у меня новости на сегодняшний день. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока.